132-111 это сливка типа калибри. По самому томату я его видел во втором обороте. Более урожайный, чем любой красный томат. Завязывает, в принципе, в любых экстремальных условиях, и в жару, и в холод. В среднем на кисти 9 томатов, в среднем весом 200-220 грамм. Ну так кисть сливали, 1,5 килограмма по весу получается, примерно одна кисть. Формировать его можно до 15, даже и больше. То есть при спускании до 20 кистей пройденный оборот его можно выращивать. Ну, как этот томат специфический, с своими характерными вкусовыми показателями, этот гибрид. Если есть клиент на крупную сливку, этот томат очень достоин, хорошо себя показывает в наших условиях. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.